Так. Да я совсем забыл, я же у меня музыка с локальных файлов подгружается, а я музыку на другой винчестер перекинул. На 2 терабайтник все-таки восстановил. Туда потихонечку все складирую. Да, конечно, готов крушить. Куда мы денемся? Не был бы готов, я бы стрим. Нет, не запускал. Да, да, спасибо. Теперь у меня хотя бы место появилось какое-то. Можно разгуляться. И вот насчет сегодня не знаю, надо будет на днях эту GTA-ху 5-ю поставить, скачиваться. Что-нибудь такое объемное, мощное хочу. Ну что там, остальных пока не видно, не слышно. Чекнем контактик. Еще меня опять бесят люди. И не только бесят. Нет, Алексей, ты от меня этого не дождешься. Тем более, опять же таки, на Бливиан это долго. Это будет очень долго. А потом меня забанят на Твиче, да? За пропаганду зоофилии и прочего такого. Не, не надо. Я такого пока не хочу. Вот. Не знаю, что-то последние 2 недели усталость накатила. Сижу, прям чувствую, что чуть не по частям разваливаюсь. Я как... 2 недели уборки. Просто 2 недели уборки и выгребания всякого. Ну, во-первых, честно скажу, Dragon Age я не люблю. Я пробовал в него играть, и в Origins, и во второй. Честно, еще скучнее, чем первый Mass Effect. Ну вот реально скучнее. Это... Моего терпения хватило дойти, по-моему, там до первого поселения или города, я уже не помню, точно в Origin, по-моему, да. Вот. Я взял несколько квестов, значит, посмотрел, сказал. И удалил игру. Вот, это, знаешь, равносильно, как я Skyrim ставил. Вот один в один практически. То есть я ставлю Skyrim, без модов, без ничего. Вот, идет вступление, вот то, что тебя там ты ешь на повозке, все херня, только тебе готовится рубить голову, там прилетает Алдуин, дает мешать, свершиться точнее. Чуть-чуть побегал, посмотрел, такое все серое, унылое, блеклое. Не, Музони Джереми Соул там, конечно, написал шикарно, но вот сама картинка, сама атмосфера, такое дерьмо, по чесноку. Обливион в этом отношении гораздо атмосфернее. Да, он меньше, да, он однотипнее, однотипный в чем-то, но он приятный. Никогда не забуду, 2006, по-моему, год. Ну, да, по-моему, 2006. Тогда вышла нормальная уже локализованная версия Обли, если не ошибаюсь. Да. И мы с Лехой, соседом, его поставили, запустили, прошли вот эту первоначальную локацию, эту тюрьму, вышли и все. И знаешь, вот я не помню, насколько, от получаса до 1,5 часов, по-моему, мы с ним просто сидели, пили пиво и смотрели, слушали саундтрек, вот, и смотрели на смену дня и ночи. Это было шикарно, вот по чесноку. Я в жизни не забуду. Так, ну ладненько, сколько у нас времени? Уже 15 минут практически. Даже уже 16. А чё такой смайлик? Кривой. Непонятный.
я попозже ролик на ютубе посмотрю. Блин, нет, ну, Аблад для своего времени это вообще была бомба. Вот просто бомба. Нереальная бомба. По чесноку я какие-то моды на нее качал. Да мы что-нибудь придумаем насчет этого. А вот я качал моды для Аблы. Надо будет перекачать их заново. Там вот чуть не 4К разрешение. Ну, текстуры и прочее. Вот, надо будет посмотреть. Ну, не знаю, по чесноку такие игры меня устраивают и без модов, если честно. Ладно. Давай потихоньку начинать. Нам еще громкость выставить. А, ну так. Забыл, да. Так, СМ сразу ставим на минимальную громкость. Блин, время уже 11 вечера. Не до скольки там у тебя собирать это все будут? Так, ну и... Ага, все, есть. А тут чат не видно. Напиши что-нибудь в чат. А то я его почему-то не вижу на экране. Эй, какого? Простите. Ага. Вот. Вот, все. Он появился у нас. Так, сейчас игра должна подгрузиться. Ага, все, есть. Погнали наших городских сторон в деревне. На обычке. Я обычно на туристе играю, потому что я хочу разжижение мозгов. Ну ладно, на обычке поиграем сегодня. Кстати, посмотрел я геймплей четвертого Сэма, его как его реализацию. Ну что-то, если честно, не впечатлило. Покупать скорее либо надо патчи ждать, либо покупать ее не стоит по чесноку. Твое здоровье. Не, у нее оптимизация фиговая, говорят, то есть там даже на мощных машинах там лаги, фризы, что-то такое на ультрах.
разливной лимонад хорошо. Надо грушарика найти. Грушарик. А ей можно сделать грушарик себе. Игра не слишком громко. Нормально? А, хорошо. Нет. Во втором пришествии озвучка Джигурды. Здесь обычная. Да что ж такое-то? Ладно. Глаз не выбьет, правда? Стримчик, кстати, не лагает, нормально все. По идее, должен быть нормально. Потери пакетов я не вижу. Но вчера, видимо, какие-то проблемы с интернетом были все-таки. Помповичок. Вот это вещь. Так, надо шли. Надо солнцу чуть пониже сделать, а то что-то как-то... Да не ты, что, мать.
слышу! Пейнкиллера надо только нормальную версию его найти. Игрушка прикольная. У меня когда-то был оригинал, я не помню, там 4 или 5 дисков что ли у него было. Хоть тебе не помню. Тут уроды не сдавал. Я уж все секреты тут не помню. Таких отсылочек. Так, сейчас, по-моему, будут жабы. Ага. Они ко мне пристали. Бегают тут всякие. Угу, хорошо.
Ой. Что у нас там? Управление, изменим управление. Тут уроды безголовые. Да, не то чтобы отсылочка, я там под камень попал. Надо почаще сохраняться. Я что-то и забыл, что там в одном месте тоже еще камень падает.
Спидранец? Ну не знаю. Вон тот камень меня и придавил. Граница Рамьеса. Ну, пойдем. Единственный спидран. Да, вот это весело. Наглые. Понятно, все, я пришел. Есть обстоятельства, над которыми мы не властны. Сюда не могу пока. Молодец.
Ай, ё-моё. Ну и там долго еще собирать, кстати. А, ну вообще хорошо. Так, где-то я, где-то я. А вот здесь не помню. По-моему, пропустил секрет, чтобы Rocket Launcher взять. Ага, вот он. Вот это уже серьезно. Это уже серьезно. Кстати, не очень. Вот маленький вот этот желтый скорпион, он не очень жесткий, а вот красный уже пожестче. Вот этот гад стреляет. Вон откуда.
Понял, понял. А вон, допустим. Так, вот как там броню достать, это я что-то не очень сильно помню. Что-то совсем не очень сильно помню. Ну, тут, наверное, есть какой-нибудь рычажок. Возможно. Я этого хоть себе и не помню. Тут ничего такого нет. Ай, ладно. Не будем время терять. Что-то весёно хотел прийти, не пришел. Наверное, уже выпил и уснул.
это еще-то, зараза. Да, еще не хватало, что мне жабы сожрали. Так, где? О, броня. Сейчас. Так, Алексей, я надеюсь, вы не сильно меня обидитесь, если на 5 минут отбегу покурить. А, блин, нельзя же. Нельзя показывать. Фу-фу-фу. Плохой. Плохой Толя. Сейчас я вернусь.
Я снова здесь. Прошу простить за то, что отключился. Кстати, я тут все-таки поковырялся в эмуляторе Соньки. Что-то хрень какая-то, по чесноку скажу. Поттер вообще запускаться не хочет. Вот. А я Nightmare Creatures еще скачал. Вот она у меня запустилась, но в таком разрешении. Там, мама дорогая, там глаза сломаешь. Мягко говоря. Вообще вот... Заворочек, конечно, со старыми игрушками. Очень и очень много. Уже подумываю где-нибудь найти платформу, ну, такую старенькую. Вот, и на ней тупо взять, поставить Windows XP как минимум. Ну, что-нибудь в этом духе. Ой. Огонь. На ней все такие игрушки запускать. Так что вот десятка, семерка. С ней уже проблематики бывают. Все старые приложения как-то с ними нормально коннектиться не хотят. А, значит, ты пропустил мою тираду про эмулятор, видимо. Я к тому говорю, я же эмулятор скачал, этот соньковский, его попытался запустить. Поковырялся, ролики посмотрел, как грамотно настроить. Вроде настроил, но говорю... Поттер вообще у меня запускаться не хочет. Запустился Nightmare Creatures, который я с того сайтика скачал. Но запустился он в таком маленьком разрешении, мягко говоря. Что там глаза сломаешь. То есть там оконный режим. Ой. Совсем оконный режим. Но я еще попробую ковыряться, говорю, вот, с этими всеми новыми игрушками, ой, точнее, с новыми платформами, с новым железом, старые программы, игры очень хреново контачат, даже в режиме совместимости. Уже дикое желание найти какое-нибудь старое железо. Ну там, может, начальный двухъядерный какой-нибудь поставить себе. Вот. Отлом пень, неважно. Вот, поставить туда Windows XP и тупо пытаться на нем нормально что-то делать. В таких случаях. Потому что реально с десятками и прочим геморрой не оберешься. Какой Поттер? Не знаю никаких Поттеров. Ой-ой-ой-ой. Своя волшебная палочка. Дартом Вейдером зовется. Блин, лягвайте еще поганые.
Да, патронусом мериться много ума не надо. Не, попробуй все-таки его настроить. Нормально, потому что, говорю, там и BIOS ему обновил, что-то к тому же не делал. Это уже серьезно. Это уже не смешно. Эй, тихо. Направление. Болото.
тебя категорически поздравляю. Еще танк не взял. Тише, пса, тише. Страшного. Самые противные мобы. Всерьезки. Жаль, снайперки нет, как во второй части.
Снайперка, да, вообще божественная. Ух ты ж её. Сейчас убью. Не, на туристе все-таки интереснее проходить. Идешь, всех мочишь, а это что, напрягаться надо. Вот это уже серьезно. Патроны, что ли? Или хилка? О, бронь. Найс. Не, понимаешь, я перепутал клавиши. Я думал на F5 сохранение, оно на F6. А я сижу все спокойно на F5 жму, думаю, все сохранено. А тут хренушки. Ящеры-то да, они прикольные. Thank you.
че надеялся? Непонятно. Глупый скорпиёк какой-то. Вообще, эффективнее всего эту скелетовую срань мочить с ножа. Но это надо быть виртуозом. Правда, главное в одном месте секрет. Ну, дальше, по-моему, будет секретный свиток от секретного уровня не пропустить. По-моему, как раз и здесь.
Блин. Давайте сюда, ошибки природы. Это что, все? Не смешите меня. О, черт. Чтоб тебе. Я даже на это смотреть не хочу, это страшно. Наверняка кто-то есть, но это я не знаю, это надо киборгом быть просто. Ну а как же без этого? Лучше и детям. Я помню, что эта сучка здесь стоит.
нашли какую-то херню. Во, во, вот. Сейчас вот тут надо будет. Так, подожди, а я же. Я же секретный свиток открыл. Во. А, привет, Люба. Сегодня вечер мясо. Урод. Понял. Минус гарпии. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не охренячили. Да просто дополнительный уровень. Ну да.
там что-то от души накидали. Давай без этого. Rocket Jump не удался. Рассуждают они, ага. Эй, дамочки.
Значит, да, это вам не миниган. Ядрить адреналин.
сукин сын. Смотри, что они делают. Пошли все нахрен. Не без этого. Где это? Минус. Так, ладненько, ребят, у меня время 2, надо закругляться. Но само мы еще обязательно продолжим как-нибудь. Всем спасибо за эфир. Ой.
Ладно, придется их убить. Увидимся завтра, точнее сегодня, начала пуки. Добрый ночи, Леша.